Загадайте малышу загадку. Мороз на воду опустился, и сразу мир преобразился. Там, где все вокруг текло, стало гладкое стекло. Что же это за стекло такое? А это лед. Зимой все реки и озера покрываются льдом. Лед не имеет цвета, он прозрачный. Сквозь него можно рассмотреть и листочки, и плоды деревьев, и травинки, и даже крошечные пузырьки воздуха. Расскажите малышу и о других свойствах льда, о том, что лед холодный, скользкий, а еще лед очень хрупкий. Поэтому ходить по льду надо аккуратно и осторожно. Попробуйте заглянуть под гладкую сторону льда. Какая зима волшебница! Сколько удивительных, причудливых форм! И все это замерзшая вода. Делайте открытие вместе со своим малышом.